Добрый день, друзья. Скорее всего, доброе утро. Игорь Жабский представляет. Время 6:30 утра. Я вышел, практически иду к реке. Вы слышите ее шум. Я начинаю третью часть своего небольшого ролика о ситуации на реке Раздольной. Вот мы подходим к реке. Шум реки слышен был еще метров за 100 с лишним. И вот я подошел к обрыву реки. Когда-то я тут внизу сидел, но сейчас это все смыло. Уже и подходить опасно к низу, к обрыву. Река несется, смывает все на своем пути. Во второй части, где я снимал, если кто смотрел, там, где мужчины сидели с пикничком небольшим на берегу реки, там сейчас затопило. Я потом пройду туда. Вот такая вот ситуация. Как я и говорил, вода прибывает и прибывает. Вчера я приехал в Владивосток, и по интернету написали, что село Синельниково 2 затоплено по улицам. Вода идет. Пока не знаю, вода спадает или нет, но на вид не видно, чтобы она спадала. Я думаю, сняв третью часть, я пройду чуть дальше и сниму четвертую часть с другой части, чтобы показать, во что превратилась спокойная совсем недавно река Раздольная. Вон она там бурлит, несет свои воды в Амурский залив. Вон какие буруны. Как и говорят, что вода — это наша жизнь, но иногда это вода и смерть, потому что в таком количестве она все смывает на своем пути. Бурлить какая. К берегу подходить совершенно опасно, потому что, как там подмыто, никто не видит. Лишнее движение и поплыл. Я сейчас подниму чуть выше фотоаппарат. Вот так вот. Туман, который лежит, он поплыло что-то. Смыло дерево. Туман, который лежит, создает еще большую опасность и трагичность ситуации, которая складывается на реке. Опять у кого-то урожаи уплыли, у кого-то проблемы будут и с домами, потому что подтопится на носу.
ну не совсем на носу, а уже скоро осень опять. Вот она какая нехорошая река. Скоро тут от берега ничего не останется. Вот такой коленкор. Это дерево, скорее всего, скоро рухнет, его подмоет, и поплывет оно в сторону Амурского залива. Ну все, друзья, часть третья моего ролика о ситуации на реке Раздольной заканчивается. Пойдем дальше и снимем четвертую часть. До новых встреч!